Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Реактор. Мы продолжаем прохождение The Walking Dead. И это особый эпизод, 4 сотни дней или 400 дней, без разницы, как называть. Я не знаю, что это, но давайте начнем играть. Какой-то дополнительный эпизод, может DLC какой-то. Хер его знает вообще. Сейчас узнаем. Интересно, тут за кого играть? Да-да-да, мы это все знаем, игра будет адаптироваться, там история меняется, там все дела. Стоп. Yes. Жрачка. Кино. Ходячие мертвецы, 400 дней. Неудивительно. Заправьтесь сейчас, следующая автозаправка через там 4,5 мили вроде. Дизель. И чё? Винс, Уайт, Шилл, Бонни, Рассел. Всё, что ли? А чё? Ладно, так. О. Кого выбрать? Давайте по порядку пойдем. Винс. А, типа, герой, что ли, выбирать? Проклятие, я сказал тебе. Я уже сказал тебе, что я не мужик. Мужик, ну же, я сказал тебе. Наверное, уже раз 20. Я даже не... Я даже не знаю тебе. О, знакомое место. Черт. Вот, блядь. Убежал. Я так понял, это до инцидента. Винс, второй день с начала эпидемии. Мужик, прекрати. Предупреждаю, у нас код 1055. Лошади. Больше не могу это слушать. Стоит уже... Стоим уже 2 часа, думаешь... И это... Мы должны были прибыть в тюрьму еще час назад. Влетит мне за это? Расслабься, это не твоя вина. Как думаешь, что там случилось? Чтобы там ни было, это... Какого черта, мужик? Что? Ты знаешь. Завязывай. Господи, парни. Ты меня заставишь? Да. Эй, Винс, Джастин меня заставит. Винс, теперь я его возбуждаю. Вот черт. Брось, Винс. Эй, приятель, может, откроешь это сраное окно? Это тюремный автобус, придурка. Окна не открываются. Эй, Джастин, видишь того парня? Разобранном грузовике. Боюсь. Наверное, забрал у него дом, все сбережения. Черт, да я уверен, что ты и собаку его забрал. Собаку? Я никогда не украл у таких ребят. Во всяком случае, это лучше, чем украсть его девственность. Эй, сколько еще раз я должен повторить? Понеслось. Серьезно. Меня ложно обвинили.
You telling me there wasn't a star witness waiting around in your white van? I'm shocked. Мы здесь все в одной лодке. Какой смысл спорить? Смысл в том, что я не такой. Но ты здесь. Говорю вам, парни, я не боюсь это признать. Я сейчас очень скучаю по своей девушке. Думаю, она весьма... Всем гораздо хуже, друг. Она не желает со мной говорить. Я уже несколько месяцев не слышу ее голос. Бесит прям по-настоящему. Ты должен позвонить ей, когда мы приедем. Нужно разобраться с этим миром. Я знаю, ты прав, друг. Первым же звонком. Дэнни, я знаю, ты это не осознаешь, потому что это... Но, скорее всего, ты сломал жизнь той бедной девочке из-за какого-то говна. Громкие слова от белого воротника. Воротничка. Какая разница? Блин, вы так быстро базарите, я вообще не успею читать. Я думаю, ты встал и разрыдал судья. Разве ты не потерял контроль и не сказал, что им не видал? Я соврал. Оказалось, у меня очень хорошо получилось. Ты соврал в суде? Видишь, я такую хрень никогда не делал. Я должен признать, я бы сказал что угодно, лишь бы избежать заключения. Вы, ребята, сказал преступник. Я знаю, что самое смешное, я ни о чем не жалею. Я имел дело со своими жертвами много лет, и они знали, во что вляпались. И вот я здесь, а они там. И ублюдки с Уолл-стрит такие же успехом улыбаются над нам с экраном ТВ. Нахуй. Это. Как ты живешь после этого? Легко. Я не думаю об этом. Кстати, сколько ты стащил? Достаточно. Что-то около пары сотен кусков? Чуть больше сотни. Миллион. Черт возьми, парень. Когда мы вернемся отсюда, я и Винс, мы должны замутить дальше. Понимаешь, о чем я? Знаешь, а ведь я на самом деле ничего о себе не знаю. Я помог своему младшему брату. И они за это отправили в тюрьму? Он был в беде. Я должен был помочь ему. Я так и знал. Ты сожалеешь об этом? Каждый день. Но что поделать? Да, сочувствую. Как они поймали тебя? Бросили поставить мусорный бак. И? На следующий день какая-то глупая шах перевернула бак, сам нашел. Да ты прикалываешься, черт. Невезучий ты, Винс. Невезучий, Винс. Ха. Неплохо. Как думаешь, Джейсон? Говорю тебе, мужик, завали ебало. Ну и хули ты сделаешь? Пошел нахуй. Я пошел нахуй. Сам пошел нахуй, долбоёб. Ох, блядь, ох, блядь. Край, прекрати. Эй, отпусти его, мужик. Черт, Крабтри, не заставляй меня. Он убьет его, Винс. Пусть с этим охрана разберется, парень. Да ну нахуй, мы должны вмешаться. Не стоит влезать в это дерьмо, Дэнни. Винс, мы должны сделать что-нибудь. Ты знаешь, это неправильно. Помоги ему, Дэнни. Гребаная цепь слишком короткая. Крабтри, я сейчас последний раз. Он не слушает, мужик, ты должен вмешаться. Действительно, старик. Ну же, парень, иди туда. Ладно, придурок, отпусти его. Да размени их и все. Я сказал, отпусти, черт возьми. Идиот. Что ты творишь, ебан? Боже, что случилось? Что ты сделал, парень? Черт возьми, парень. Черт, этот парень еще жив. Сними браслет с него. Что это было, черт возьми? Это безумие. Никто не должен был умереть. Вот что происходит, когда выдаешь оружие кретинам. Он, ебаный в рот. Нужно позвать кого-нибудь. Мужик. Что? Я сообщу об этом.
Ты убил этого парня. Тебе разбираться с этим, мужик. Мне нужна минута. Мне нужна минута, чтобы подумать. У тебя нет минуты. Заткнись, ты слышишь меня? Закрой пасть. Я спросил, когда ты закроешь свой рот. Хватит размахивать штукой, пока ты никого не поранил. Ух, теперь ты решил... Винс, все нормально. Успокойся. Мы все должны остыть. Да ты уже под трибунал пойдешь за такое. Сынок, ты действительно еще раз хочешь нажать на куру? Спасибо, старик. Жив свои там пончики. Полисмен хранит. Эпидемия, походу, и сюда добралась. Вы это видели? Я видел. Да. Эй, ты должен вывести нас отсюда. Никуда вы не пойдете. Да ну нахуй, заводи автобус. Эй, водила, поехали, мужик. Я сказал, мы останемся здесь, в автобусе. Мы в безопасности. Ничего не... Ох, господи. Боже. Эй, эй, нужно позвать кого-нибудь. Ты меня слышишь? Нам нужно... Он что, бросил нас? Господи. Какого хера, мужик? Назад, назад. Блять, блять, блять. Он не дотянется до нас. Ты в этом уверен? Лодыжку не позвали. Черт, что будем делать? Нужно найти оружие. Какое оружие? Где оружие, охранник? Да, да, оружие отлично придумал, Джастин. Что-то это я придумал. Думаю, он упал на него, дробовик под ним. Ох, блядь. Так, а вот оружие, пожалуй, лучше я возьму. Бери его, Винс. Пристрели этого ублюдка. Мозги. Оу, осторожней, мужик. Извини, извини. Черт, я поверить не могу уже в это дерьмо. Ты можешь поверить в это дерьмо, а? Нет. Нужно найти способ выбраться отсюда. Возможно, мы смогли бы выйти через переднюю дверь автобуса, если решетка не заперта, если мы сможем идти цепь. Проклятие. Что ты делаешь? Ничего не получится, пока мы не избавимся от этого проклятия. Может, у него есть ключи. Ничего. Вот, блядь, и у него не было ключей, когда я эти чертовы... О, он, наверное, там что-то... Может, на какой-то веке повезло? Дэнни, не надо. Что за хуйня? Черт возьми, Дэнни, ты вечно, блядь, как ляпнешь. Иди ты нахуй, мужик. Мы должны выбраться, пока... О, сколько... Она долго не выдержит. Винс, гаси, блядь, из... гаси цепь из других крыш. Ой, эй, осторожно. Не получится. Но я должен был попробовать. Я думаю, ты только разозлил их. Да, да. Побереги патрон. Бессмысленно. Какого черта возьми? Должно быть выход. Мы можем просто отстрелить цепь. Да мы только что пытались. Нет, ее не разорвали. Как насчет манжет, если мы выстрелим в одну из них? Ты что, ебанулся, как думаешь, произойдет, если ты выстрелишь дробовика вблизи чьей-то ноги? Ну а как ты думаешь, что произойдет, если мы не ебемся отсюда? Винс, дай мне ствол. Мы должны это сделать. Назад. Эй, эй. Ты собираешься со мной? Я даже не знаю. You know I don't deserve this.
Ты мне напоминаешь с фермы, чувачка. Поэтому ты пойдешь в расход. Извини, приятель. Не-не-не-не, так нельзя. Винс, у меня семья. Пожалуйста. Раньше надо было думать, когда воровал деньги. Вин, по-прежнему держится. Еще раз. Давай. Извини. Ничего личного. Винс, сука. Пошли, пошли. Это у меня, например, с фермы. Каннибал-то это. Не помню как. И что, все? А, ну походу такие вот коротенькие эпизоды про... как бы это назвать? Персонажи, такие мини-истории. Давайте на этом заканчивать. В этой части мы будем играть за Шелл, потом за Бонни, Уайт, Рассел и так далее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До скорых встреч.